Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 30 августа. Наши бабушки и дедушки в этот день по приметам судили о грядущей погоде. Медицинские пиявки плавают в склянке, быстро извиваются, переворачиваются с бока на бок, стремясь присосаться к стенкам сосуда, к сильному ветру и грозе. Если близко от Луны образуется круг, дождь на другой день, звезды белые к сухой и ясной погоде. А какая же погода ждет нас завтра, 30 августа? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Червоное Раздольнинского района Республики Крым плюс 36. Ух, жара-то какая! Я бы косточки погрел на солнышке, а то от лета-то пару деньков осталось. В поселке Черемушки Саяногорского городского округа Республики Хакасия плюс 28. На нынешней неделе это единственный жаркий и сухой день, так что можно готовить зонтики. В поселке Чернь Чернского района Тульской области плюс 26. Погода сделала настоящий подарок. Завтра только яркое солнце. В деревне Черемша Первоуральского городского округа Свердловской области плюс 16. На Среднем Урале резкое похолодание. Еще недавно не знали, куда от жары деться, а теперь уже кофты впору надевать. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог.